Здорово, дружище. Решил поделиться с тобой одним интересным боем. Меня закинуло в затерянный город. Здесь я играю на Т-49. Это, как ты знаешь или не знаешь, легкий американский танк. И в этом бою у меня получилось взять проклятую медаль Фадина и непроклятую Димитру. Так что оставайся, и если ты еще не подписался, то обязательно подпишись. Тебя лайк, с меня видос. Ну и что мы имеем, братишка? Меня черти понесли на правый фланг. Со мной вместе поехал Джессор Мусор. Я думаю, встану отстрелять, помочь ему. Но его понесло дальше. И если ты достаточно внимателен, ты можешь заметить, что у меня установлен ствол не тот, который ставят большинство игроков. И для меня окончательно это стало уже все объяснимо. И далее в бою вы увидите, почему я не ставлю эту огромную бабаху. Потому что ебал я в рот ее ставить. И те, кто играли с ней, меня полностью поймут, потому что это полный рандом. Это один раз ты можешь заебенить на 1000 сраку, а иные разы выше 300 ты даже не увидишь. Так как, блядь, я иду на чертовы 3 отметки и хочу взять на этом танке, мне нужна эффективность. А как-то раз в 3 боя, чтобы прошла альфа, нет, спасибо. И поэтому мне, пожалуй, нравится больше играть на мелком калибре. И этот бой относительно докажет, почему я так считаю. Те игроки, у которых получилось взять 3 отметки с этой шайтанкой, флаг вам в руки. Мои нервы не восстанавливаются. Я на ней играть не могу. Сколько было случаев, я ее одевал, снимал, продавал. Что только не делал. Менял модули на стабу. Как только не извращался. Не мое. Я, пожалуй, останусь при этом. Итак, вернемся к бою. У меня получилось немножко проехать по флангу. Здесь не оказалось противников. Наш Джессор Мусор упоролся. У меня получилось немножко погнобить ЛТшника, но он съебался, короче, благополучно. Я занял позицию в кустиках на углу и потихоньку заебываю, гноблю тяжелый танк. Команда у меня попалась прямо извилистая. На карте видно, что я уже доехал больше, чем на середине карты. Наша команда все ебланит на углу. Пытается выцелить бошки тяжелых танков, блять, 60 ТП и СА-7, которые там стоят. Они их клюют и клюют, блять, как птички. Но только ХП-то нихуя не уменьшается. Так, тут вылез легкий гамадрил, и мы его аннигилировали. Говорю, поддержите огнем, да. Кроме арты, кто-то ж поддержит меня, да. Они-то с угла дохуя видят. Ну, как показатель, я 4 пробил его. И скажите мне, сколько раз бы вы ухерачили сюда с этой шайтанки? Отличный ствол. Два типа снарядов. Камули. Для большего пробития под калиберы. Для лучшей скорости полета и выцеливания. Из-за того, что у нас очень клевая позиционка, а это и ежу понятно, мы начинаем всасывать. Счет 2-5. Мне кажется, что нужно поехать по флангу и устроить им анал-карнавал и как-то, так сказать, уравнять шансы. И тут я нахожу артопидера, у которого по-любому 250 IQ, потому что, видя, что у тебя пустой фланг, и когда тебя светят, ты только сейчас начинаешь съебываться. Но это как бы гений, гений игры. Это все понятно, пытаюсь его заблайндить. Не получается. Едем дальше.
О, блядь, далеко ушел. Домой, нахуй. Мне кажется, это был Борис Бурда или Друзь. Ну, кто-то из знатоков, по-любому. Потому что только они могут так охуенно играть. После того, как я спалил машину Друзья, я нахожу еще одного обладателя, блядь, бриллиантовой совы. Ну, наверное, Максим Поташов или кто это был. Я точно не знаю. Но отъехал он моментально. Да, видно сразу, очень интеллектуальный игрок. Потому что после того, как спалили немецкий автопром, блядь, у тебя под носом, ты продолжаешь стоять и стрелять, как будто ничего не бывало. Ну, как-то так. Все-таки, значит, телезрители побеждают. Тут я смотрю, приехал недобиток, с которым мы на центре немножко перепихивались. И едем дальше. Счет 9-9. Благодаря моему муву мы как-то на 3 фрага, на 3 танка сравняли баланс. Я убил 2 арты, и моих имбецилов стали меньше бить из-за этого. Хвала мне. Едем дальше, и как вы думаете, что я нахожу? Конечно! Еще один обладатель бриллиантовой совы. Который быстренько-быстренько по съебам. Да. Музыкальная пауза там, или сейчас чай какой-нибудь принесут, блядь. Ну, ему уже точно... Он уже точно пойдет пить чай. Это 100%. Домой! И возвращаясь к теме по выбору стволов, про этот момент я чуть ранее говорил. Да, вы можете сказать, что здесь влияет скилл, еще что-то, но я немножко заспойлерю. Я сейчас найду Т-49, у которого ебучий фугасный ствол. Еду. Где что как. Да, он неожиданно высвечивается. Так, как думаете, кто победит? Да. Выстрел бога, я бы сказал, на удачу. А вдруг попадет, взорвет, загорится. Нихуя. И это не один момент, поверьте. У меня было куча боев, где такая залупа встречается постоянно. Ты вроде бы свелся. У меня было, когда я заезжал в жопу леопарду АТ. Где просто стоял тип АФК, и я выстреливал ему в сраку по зеленому маркеру на 300. И потом ждал 18 секунд дальше. Нежели здесь у меня КД около 4-5 секунд. За эти 20 секунд я могу нахуякать 1000. Те, кто самые внимательные, возможно, заметили, что у меня остается 2 снаряда. Наверху стоит фоч, внизу стоит вафля. Я сделал целый круг по карте. Осталось 3 арты. Яга у нас даже не сдвинулась с места. Но это говорит о том, что он очень интеллектуальный игрок. И я думаю, а вдруг у меня получится забрать его последним снарядом? Он же стоял всю игру здесь, на балконе, под артами, под ягой. Хуй. Он, блядь, фуловый. Мне ничего не остается, кроме как светить, чтобы арта работала. Потому что нет смысла мне стрелять. Прикрой меня! Я его и не доберу, и сам могу подставиться. Я в чате. Раздаю команды. На... Я к Тайгера. Прикрой меня уже. Как только там не матюкаюсь, как только не пишу. По... Ебать. Он просто стоит. Я не знаю, что он делает. То ли мамка за хлебом отправила, то ли что. Но судя по отметкам на стволе, это точно дурак. И теперь я понимаю, почему он так долго жил. И почему наши имбецилы внизу до сих пор не убиты. И все, это победа. 7 фрагов Фадина Димитру. Если тебе понравился бой, то подписывайся на мой канал, ставь колокольчик и следи за стримами. Увидимся. Пока-пока.